были сейчас на представлении в Доме культуры. Очень понравилось нам представление. Детям вручили подарки. Вы что-нибудь скажете? Очень классные подарки. А представление? Вот! Понравилось тебе? Наши ребята, которые занимаются, наверное, в студии в театральном кружке, сделали для нас такой подарок. Большое всем спасибо организаторам, актерам маленьким, ну и вообще жителям совхоза. Мы здесь живем, нам очень все нравится. Мы всех любим, поздравляем. Поздравляем. Желаем здоровья, счастья. Ура! Замечательное представление, нам очень понравилось. Как всегда, в общем, у нас в совхозе все весело, хорошо, красиво. Детям понравилось. Тебе понравилось? Угу. Шикарный спектакль. Спасибо администрации, Павлу Николаевичу. Вообще всем спасибо, кто здесь живет. Замечательное место, замечательные соседи у нас, да? Угу. Очень хорошо сыграли. Очень активно, весело, прекрасно. Спасибо. Спасибо совхозу Ленина, что организовывает ежегодно такие мероприятия. Павлу Николаевичу отдельное спасибо, всему коллективу Дома культуры. Всем огромное спасибо, нам очень нравится. Классно, так держать. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Наступает новый 2020 год. Замечательная цифра, замечательный год. Мы верим в то, что он принесет нам новые успехи, новые удачи, новые желания, исполнение этих желаний. И главное, принесет мешок здоровья. Мне очень хочется пожелать всем нашим жителям всего самого-самого наилучшего, чтобы все, что было плохое в 2019 году, все ушло. Все невзгоды, которые были, нивелировались с тем, что будет хороший следующий год. Мне очень хочется пожелать, чтобы в наших семьях во всех был достаток, было здоровье, были радостные, счастливые дети, чтобы Дед Мороз смог исполнить все их желания, несмотря на то, какие бы они ни были замечательные, исключительные. Мне очень хочется пожелать здоровья нашим ветеранам, потому что наступает Новый год, год юбилея Победы. И мне очень хочется, чтобы все наши ветераны, все участники войны, труженики тыла, вдовы, узники концлагерей, дети войны дожили до этого замечательного праздника, и я верю в то, что мы сможем его сделать замечательным. Я понимаю прекрасно, что Новый год нам несет перед нами ставит новые задачи, и эти новые задачи нам придется решать. И зная, какой у нас живет народ, понимаю, что все эти задачи мы будем решать вместе, а вместе нам все по плечу. С праздником, дорогие!